Всем здравствуйте! Сегодня 25 апреля 2022 года, Одесса, 13 часов дня. У нас вчера день прошел более-менее тихо, только уже к вечеру, где-то в полседьмого, была воздушная тревога. Утром сегодня, 25-го, в 6 утра была воздушная тревога, и в 12 в начале 1-го. Была воздушная тревога. Что у нас в Одессе? Это как деревянная сотра. Угу. Как у нас есть. Музыканты военно-морских сил Украины каждое утро в 9 утра исполняют сигнал ПЧЕТ. Это в память о погибших во время войны. В Одессе ходят все трамваи, кроме 13-го трамвая. В связи с чем, что завалило рельсы от обломков подбитого дома. Ой, там еще. А как же, вот еще на елочке, как что, вот. Сегодня уже рельсы очищены, и 13-й трамвай скоро начнет свою работу. Вчера была Пасха в Одессе, ну, как и везде. И люди ходили светить Пасхи, яйца, но людей было гораздо меньше, чем обычно, и у людей было настроение не праздничное, хотя люди праздновали, но так, тихо, очень скромно и без лишней радости, без мрадости и без музыки. В Одессе очень тепло, хорошая погода, все работает. Общественный транспорт, есть вода, свет, газ, бензин есть в Одессе. Жизнь продолжается, и одесситы стараются, чтобы было всем хорошо, стараются всем желать добра, стараются друг друга поддерживать. Я вам желаю добра, мира, счастья, благополучия. Пусть у вас у всех будет все хорошо и будьте нам здоровы.